В Тверском областном доме народного творчества прошел 14-й региональный открытый фестиваль-конкурс детского и юношеского кино «Молодым дорогу». В празднике синематографа участвовали десятки муниципалитетов Верхневолжья. В этом году в отборочную комиссию фестиваль-конкурса поступило более 90 фильмов. Возрастная категория авторов от 7 до 18 лет. Для участия в конкурсной программе было отобрано 47 работ из 12 муниципалитетов Тверской области. Калязинского и Фировского районов, Лесного, Ромешковского и Оленинского муниципальных округов, Кашинского, Удомельского и Вышневолодского городских округов, зато озерный городов Ржева, Торжка, Твери и даже Москвы. Их материалы – это не только киноработы, но и нечто большее. Вы пронесете с собой в душе, пронесете любовь не только к кино и ее творчеству, а прежде всего к нашей родной стране. И будете понимать и будете знать нашу историю, и вы будете творить ее будущее. Традиционно партнером этого кинофестиваля выступает и наш медиахолдинг. В этом году специальный приз Тверского проспекта завоевала работа «Один на всех» Кашинской самодеятельной детской киновидеостудии «Калинка» имени Руслана Ступникова. Теперь эту работу, наряду с другими лауреатами, увидит все Верхневолжье. Телеканал «Тверской проспект Регион» с большим удовольствием возьмет в эфир самые лучшие работы. Мы сделаем специальные блог под эти программы, хорошо проанонсируем в эфире наших средств массовой информации, и ваши программы увидят все жители Тверской области. Это 21-я кнопка во всех телевизионных сетях Верхневолжья. Кроме того, в рамках 14-го областного фестиваля-конкурса «Молодым дорогу» прошла творческая встреча с участниками конкурса, на которой члены жюри рассмотрели и проанализировали все плюсы и минусы представленных работ. Особо были отмечены фильмы, соответствующие целям и задачам фестиваля, а кроме того, техническим параметрам видеоносителей.